Семья, всем привет! В Сочи погода очень обманчива, то дождь шел, сейчас уже светит солнышко. Мы сейчас приехали опять в Дагомыс. Здесь у нас шикарный жилой комплекс «Аллея Парк». Здесь много у нас квартир в ремонтах, в разных корпусах. Сейчас мы их покажем, некоторые из них. Да. Ну, пойдем прогуляемся, да, куда, пошли. Да, я пока людям территорию покажу. Давай, куда сначала? Пошли, пойдем. Давай с этого, с первого корпуса начнем. Здесь у нас вот первый корпус, въездная группа, шлагбаум, пульты, чипы. Здесь бассейн, будет ресторан, хорошее озеленение, классная территория большая, ровное место. Да, сетчатка глаза, протокол. Да, пойдем. Действительно, здесь планируют ресторан, может быть, потом сделать фитнес, непонятно. Бассейн я вам тоже там, может быть, покажу, кто не видел. И здесь есть множество квартир, соответственно, на продажу и от инвесторов. Поэтому, пожалуйста, набирайте и спрашивайте, что вы хотите, какую площадь. Может быть, вам 30 квадратов, может, вам под объединение 100 квадратов, может, вам еще сколько-то квадратов. Ну, в общем, выбирайте. Дальше покажу вам, кстати, входные группы. Они очень такие здесь симпатичные. Очень симпатичные. Очень симпатичные, такого прям премиум-класса. Все в таком красивом керамограните, обратите внимание. Классные ресепшены здесь будут и так далее, и тому подобное. Так, Ромик, сюда. Ну вот, ты уже местный, тебя все знают. Подожди, а у нас же еще на первом, по-моему, была, нет? Я уже все заплутал окончательно. Ну ладно, поедем. 4 лифта. В настоящее время работают только 2 грузовых лифта, потому что люди сейчас получают активно ключи, начинают делать ремонты. Да, и вот... Обязательно приходится застилать это все либо вот линолеумом, либо застилаем целлофаном. Сложные заносы здесь, поэтому вот пытаются службы дома ставить в таком же классном состоянии, в котором он сейчас есть. Да, да, обязательно. Заносы у нас оттуда. Все, не хочет ехать лифт? Будем ждать. Давай, ждем, я покажу сейчас. Вот у нас такая красота. Вот отсюда у нас идет загрузка, погрузка, вот уборка мусора и так далее. Все аккуратненько, все четенько, чтобы керамогранит нигде не пострадал. Это очень важно, потому что здесь везде премиум отделка. Прям показал я, как это все выглядит наглядно, чтобы было понимание определенной трудности. Но мы держимся. 15 тысяч за квадрат. И больше я скажу, вот во многих этих новых комплексах не разрешают подавать полусухую стяжку наверх именно шлангами. И придется нам везде заливать стяжку обычного типа. Все это придется делать вручную. Все. Лифты тоже аккуратно как защищены. Сейчас это у нас не будет. Поедем. Даже музыка есть в лифте. Даже музыка. И камера. И камера. Я всегда с собой беру видеокамеру. Так, ну что. Квартира, да. 28 квадратов. Да. Мы ее уже снимали. Мы вот только сегодня первый день зашли на данную квартиру. Занесли блоки, занесли сыпучку, гидроизоляция и так далее. Здесь, как я уже и говорил в предыдущем видео, мы будем делать квартиру для 5 человек. 30. Вот, 30 квадратов. И сделаем мы ее. Значит, долго мы дизайнеры ждали. Наконец нам сделали шикарный дизайн-проект. Здесь мы возводим стену. Да. Вот, к сожалению, в день больше 3 рядов мы не можем возводить, да, иначе она шатается. Да. То есть, соответственно, вот просто выполнение этой стены занимает очень мало времени, но есть технологический процесс, по которому нельзя выводить больше, чем нужно. Не будем отступать от него. Не будем отступать. Возводим стену до верха. Здесь у нас, получается, будем делать металлическую конструкцию для детей. Да. И снизу раскладной еще диван будет. То есть, 3 детей в этой части могут свободно разместиться. Дальше что? Здесь будет стеклянная перегородка со шторкой. И там уже будет как бы родительская спальня. Вот, да, ага. Кухня, Ром, напомни, где будет? Кухня будет у нас. Здесь будут определенные трудности со канализацией. Кухня у нас вот здесь будет. Я помню. Такие же трудности, как и в Каравелле Португалии. И кухня у нас пойдет отсюда, вот до этой стеклянной ниши. Да. Соответственно, канализацию нам каким-то образом нужно будет отправить. Мы как раз обсуждали, что ты будешь боком ходить здесь, если в гости придешь, да? Я думаю, что все. Не все такие люди большие, как я, в смысле размеров. Вот, поэтому все, я думаю, у нас получится, все будет классно. Да, вот, кстати, дорогие друзья, опять же, у нас вот Каравелла Португалии с вами.
Поэтому в Аллее Парк вы, в Королеве Португалии или в Адажу, где угодно, господа. Вы все, или в Босфоре, вот. В общем, здесь все рядом. Или Кватро, или место под солнцем. Все здесь, господа, рядом. Все на одном пятаке. Отлично осваиваем Дагомыс. Так, хорошо, здесь все ясно. Николаевич, пойдем. Посмотрим еще что-нибудь интересное. Ну, пошли еще пару квартир посмотрим. Давай, надо работать, а не ролики снимать. Хорошо, все, трудимся. Пойдем, Николаевич, то все про ремонт, да про ремонт, и людям-то это тоже скучно, понимаешь? Согласен. Давай про бассейн. Вот скажи, если бы... Во-первых, давай с того, что хотел бы ли ты иметь реально здесь квартиру? Ну, сейчас скажешь, на халяву хотел бы. Хотел бы или нет? Конечно. Давай так, или давай так, если бы у тебя здесь была квартира, ты бы здесь, ну, плавал бы? Вообще, как ты сейчас... Почему нет? Функционален он бассейн или нет? Почему нет? Ну, я думаю, что если хотя бы маленькая часть, процентов 10 жильцов этого комплекса сюда придет, здесь уже места не будет. Не, я согласен. Бассейн там, на самом там деле детская небольшой. Зона, это взрослая зона. Представляете, это, допустим, ресторан. Я бы здесь сделал спортзал, 100% был бы востребован. Есть какие-то тут мероприятия, понял, типа акваэробика, бах-бах, вот эти моменты. Да? Пускай какие-то денежки дополнительные. Вот вам паркинг многоуровневый. Это тоже отдельный корпус, господа, многие этого не знают, кстати. Вот. Ну и, соответственно, вот оно вокруг. Ладно, пойдем. Хорошо. Хватит, все, посмотри на бассейн, теперь работать. Теперь скукотища обратно. Ну что, Аллея Молл строится полным ходом, да? Многие мечтают, соответственно, хотят увидеть, что это будет. Насколько это будет масштабнее Мэри Молла, не масштабнее Мэри Моллы, как это будет выглядеть все. Ну, скоро вы все это увидите, относительно скоро. В любом случае. Спортивных площадок много, детских площадок много, парковочных зон много, очень удобно, круто. Так, пойдем. Нет, отсюда. Так, а тут здравствуйте, управляющий, здрасте. Да, здрасте. Мы к себе. Да, вы нас пустите? Какая Рома у нас квартира? 168. Так. Ага. Все, видите, как строго? Вы к нам, вы не к нам. Все, консьержица смотрит, всюду камера. Не заедешь, не зайдешь просто так на территорию комплекса. Вот надпись. 10 мешков, не больше 300 килограмм. Все как бы на всех языках мира. Чтобы было понимание. Просто людям нужно понимать, вот, что в таком комплексе сейчас, ну не все, многие делают ремонты. И купить и сразу жить будет проблематично. Нужно покупать, делать ремонт какое-то время. Дождать, и уже тогда будет здесь удобно. Ты имеешь в виду про шумы? Шумы? Надо понимать, слушай, ну комплекс, да, в любом случае придется энное количество лет потерпеть по ситуации. Это такое во всех комплексах абсолютно, и ничего не сделаешь с этим. Да? Покупайте у Дмитрия Александровича вторичку. Как вариант. Так. Здесь Роман Николаевич сегодня еще не успел ничего сделать, но сделать обещает, да? Все обещаю сделать, и сделаю обязательно. Что здесь ты сделаешь? Сюда мы зашли неделю назад. Ну, чуть побольше. Здесь выполнили полностью электрику, разводку первоначальную, да. И поштукатурили. Значит, по стенам в одной квартире у нас минимальный слой штукатурки был. Там порядка полутора сантиметров. Вот особенности, да? Вот особенности. А здесь у нас перепад до 4 сантиметров. То есть штукатурки у нас пошло ровно в два раза больше, нежели в такой же квартире, абсолютно идентичной, в другом месте. Поэтому как повезет, как попадется, все это исправляется, но тем не менее сталкиваемся с определенными трудностями. Роман Николаевич, но вы же не попросили доплатить. Никого не попросили ничего доплатить. Мы пообещали, свое слово держим. Не, ну вот вам и особенности надо понимать. Да, одинаковая планировка, одинаковые квартиры, ничуть разное там что-то и пожалуйста. Ну и опять же тоже нужно учитывать, да, квартира, площадь это одно, а есть еще высота, да, которая здесь у нас больше 3 метров, допустим. Да. То есть, соответственно, штукатурки я тоже дам больше. Как бы, в общем, это немного, но в процентном соотношении это уже плюс 20%, допустим, вылетает. Мы тоже вот эти все допы клиентам не озвучиваем и не говорим. Мы зашли и делаем ремонт. Николай, что здесь делаете? Здесь что? Здесь вот такая площадь остается. Кухня, диван, да, кровать будет. Маленькое, значит, раскладное кресло, да, телевизор,
Все, квартира либо для отдыха, либо для сдачи. Прекрасная квартира. Так, куда-то у людей, у людей здесь получается тоже сюда в сторону Босфора, да? Да. Ага, детская, взрослая, кусочек бассейна, не видно, ресторан. Отдажио, покупайте там у меня, пожалуйста. И, собственно говоря, Босфор, покупайте у меня там, пожалуйста. И место по солнцем, все видно. В общем, все здесь. Отлично, хорошо. Все ясно, все понятно. Вот, поэтому работа идет. Привет, Тюмень. Диме и Татьяне, все делается, все отлично. Да, привет, привет, всем привет. Мы находимся опять в аллее парке, еще одна квартирка. Эта квартира небольшая, без балкона. Здесь у нас площадь 24 квадрата. С нее будем делать, ну, как обычно, что-то побольше студии. Кухня будет, спальная зона. Санузел, коридор. Здесь каких-то глобальных перестановок нету, переделок нету. Мы сейчас, вот ребята наводят порядок, уборку, мы закончили ее штукатурить. Закончили штукатурить, сделали разводку. Сюда мы зашли, аж меньше, чем неделю назад фактически. Вот. Сделали все откосики. Опять же, обратите внимание, вот наша штукатурка, я бы сказал, что прямо премиум класса. И вот откосы, везде мы делаем примыкание, на окнах примыкание, здесь примыкание делаем с резинкой. Дальше все углы идут с маяками, все под лазерный уровень. Потом просто останется пошпаклевать, все это дело сгладить. Естественно, у нас санузлах, это идет на цементной основе. Во всех помещениях жилых у нас используется гипсовая штукатурка. Провода идут ГОСТовские, двойная оплетка, все везде сделаем. Также у нас входит стоимость слаботочка, интернет, ТВ-кабель, тоже все это делаем. Вот. Здесь у нас что сейчас останется, заходят сюда завтра сантехники, начинают выполнять, устанавливаем радиатор, делаем разводку канализации, воды, все мокрые точки. Дальше уже будем выполнять здесь стяжку пола. После этого уже будем делать подрозетники, когда у нас будет уровень полностью. Здесь в любом случае будет подниматься слой, будем прокладывать пеноплексом и уже заливать сверху стяжку вручную. Айгуль, привет, передашь? Айгуль, большой привет. Башкирию, в Уфу. Вот. Ваша квартирка делается, все отлично. Все под контролем. Все под контролем. Так, ну хорошо, спасибо, давай, рабочий процесс продолжается. Так, ну что, мои хорошие, дальше он со мной сниматься не хочет, ему некогда, он побежал. Поэтому, собственно говоря, без разницы, еще раз говорю, аллея парк, не аллея парк. Купить, может быть, вы здесь хотите в аллее парке. Вы прекрасно знаете, от инвесторов здесь полно предложений. Я всегда на связи для вас, поэтому абсолютно любой жилой комплекс выбирайте. Говорите, Дмитрий Александрович, мы хотим здесь, какие у вас здесь цены. Или говорите, нам предложили его за столько-то, могли бы вы нам эту же квартирку сделать чуть-чуть подешевле. 100 тысяч рублей, если для вас это деньги, я всегда вам сделаю скидочку 50, 100, 150 тысяч, 200 тысяч, в зависимости от моих возможностей, без проблем. И сработаю за свой гонорар, и вас это вполне устроит, собственно говоря. И у меня с аппетитами все в порядке, я готов за 100 тысяч рублей спокойненько сработать, провести вам сделочку. В любом абсолютно комплексе. Что касается цен... Ну, Роман Николаевич держится, ну, пока, слава богу, держится, молодец, пускай тогда придерживается данной ценовой политики. Я сторонник, что все-таки потихоньку все равно, мы от этого никуда не денемся, я это знаю, прекрасно понимаю, мы будем все равно со временем повышать цены, вот, соответственно, улучшать еще определенным образом качество ремонта, вот, потому что мы сейчас говорим про ремонт комфорт-класса, все мы прекрасно понимаем, что мы не волшебники, поэтому 15 тысяч за метр квадратный у нас входит определенный комплекс работ, это, как вы все знаете, white box, это полностью предчистовой ремонт, собственно говоря, уже с нашим материалом и от 8 тысяч рублей. Но это вовсе не значит, что мы не можем делать дизайнерские ремонты. У нас есть великолепные сотрудники, великолепная команда. Мы с огромным удовольствием зайдем и сделаем вам дизайнерский ремонт по вашему дизайн-проекту без каких-либо вопросов абсолютно. Любые изыски на ваш вкус, но, господа, это совершенно другие деньги. И стоимость этого ремонта вы увидите в своей смете в том случае, если вы закажете это у нас. А так... Всегда на связи, напоминаю вам о некоторых вещах, это подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик и, соответственно, написать комментарий. Мы всегда для вас, по любым вопросам, номер телефона Дмитрия Александровича в левом нижнем углу экрана, ссылочки на все социальные сети, Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Ютуб, Рутуб и так далее, Яндекс.Зен, есть в описании под каждым роликом, и по любым вопросам я всегда для вас на связи. Без проблем, звоните, пишите, дом, квартира с ремонтом, без земельный участок, строительство дома для вас.
по цене 60 тысяч за метр квадратный капитального монолитного дома, мы всегда для вас на связи. Компания растет, компания расширяется, и это будет в любом случае так. Качественные услуги, очень хороший сервис, технические и юридические вопросы, все, соответственно, с нас. С вас максимально порядочное отношение по отношению к вам, как и, собственно говоря, наше отношение по отношению к вам. Все, всегда на связи, семья, всем пока, обнимаю вас всех. Спасибо, что вы рядом, спасибо, что вы есть. Пока-пока.